Привет тебе и поклон, сэр. Давненько не виделись, верно? Но ты вроде в порядке. Распят, как всегда. Прости. За что, дитя? Ну, я вроде как вышла за сигаретами и не вернулась. Оставила тебя висеть здесь. Чем я могу помочь тебе, Вера? Я скучаю. Я нуждаюсь в тебе, особенно сейчас. У меня сейчас то, что можно назвать кризисом веры. Помолись со мной. Прости меня, Господи, ибо я согрешила. Серьезно? Ты уверена? Эй, Иисус, спокойнее, а то еще набедренная повязка спадет. Опля! Вера, мне кажется, ты кое о чем забываешь. Иисус любит тебя.